Сэр. Коллинс медленно возвращается. Карлон вернулся за сэром. Бей тревогу. Экстренная процедура, которую ты наблюдаешь, это компьютерная симуляция Корфа. Корф — это аббревиатура от Computer Aided Operations Research Facility, передача технологии для исследований в области безопасности на море и транспорта из космических программ НАСА. Единственный человек, который знает, с каким сценарием столкнется экипаж, это координатор исследований Корф. Он инициирует программу, независимо от того, включает ли она отказ систем на борту или если корабль идет курсом столкновения с другим судном. Симулятор, используемый для лунных миссий Аполлон, помогает морским исследователям создавать базу данных для анализа столкновений и изучения управления судном, навигационных и эксплуатационных процедур. 80% морских аварий вызваны человеческой ошибкой. Неотъемлемая часть исследований КАФ измеряет и оценивает человеческий фактор и производительность. В то время как капитан и рулевой корабля погружены в муки критической ситуации, их работа контролируется и оценивается. Самой уникальной особенностью симулятора КАУРФ является 37-метровый панорамный экран, который обеспечивает реалистичный обзор из рулевой рубки. Все проецируется с центральной цифровой компьютерной системы, которая может воспроизвести, сбросить или заморозить ситуацию в любой момент времени. В связи с увеличением судоходства на водных путях и в гаванях нашей страны, экипажи должны быть в состоянии справляться с ситуациями высокого давления в любое время. Чем больше корабль, тем больше проблем и тем больше инвестиций в исследования в области безопасности. Экспериментальные возможности, заложенные в такого рода компьютерных симуляциях, которые отправили людей на Луну и благополучно вернули их на Землю, приближают нас к совершенствованию наших возможностей в решении ситуаций в нашей собственной среде. Энергии не хватает. Мы вступаем в эпоху энергосбережения. Стремительный рост цен на топливо изменил наш образ жизни больше, чем любая другая статья в нашей экономической структуре. В течение 1970-х годов в области авиации топливо выросло с наименее дорогих эксплуатационных расходов для коммерческих авиакомпаний до самых дорогих. Топливо удвоило расходы на экипаж, техническое обслуживание авиакомпании и эксплуатационные расходы к середине 70-х. К 1979 году стоимость топлива выросла в 4 раза. Энергоэффективность – это главная цель исследований НАСА в области аэронавтики. Ученые и исследователи продолжают разрабатывать различные технологии для снижения расхода топлива за счет конструкции самолета и конструкции двигателя. Крылышки снижают сопротивление ветру. Ученые НАСА разработали передовую технологию крылышек для снижения сопротивления ветра, тем самым увеличивая скорость полета и сокращая расход топлива. Gates Learjet включил в свою новую серию передовую технологию Winglet, а также более экономичный турбовентиляторный двигатель. Частным производителям рекомендуется внедрять технологии НАСА в свои продукты. Таким образом, преимущества исследований НАСА затрагивают нашу повседневную жизнь в гораздо более широком и эффективном масштабе. Исследовательский самолет с наклонным винтом PAD-15 сочетает в себе возможности вертикального взлета вертолета со скоростью, дальностью полета и экономией топлива турбовинтового самолета.
Оказавшись в воздухе, несущие винты наклоняются вперед для крейсерского полета со скоростью около 640 км в час. Исследователи НАСА считают самолеты с вертикальным взлетом коммерчески полезными, особенно в переполненных городских аэропортах. Эти типы самолетов используют меньше места для взлета и посадки и снижают уровень шума и загрязнения воздуха по сравнению с нашими нынешними коммерческими самолетами. Поскольку конструкция самолетов быстро менялась за последние 70 лет, ученые и исследователи НАСА продолжают разрабатывать новые способы улучшения аэронавтических исследований в целях повышения энергоэффективности. Ученые исследовательского центра НАСА в Лэнгли разрабатывают и тестируют специальные композитные легкие материалы, которые используются при строительстве космических аппаратов. Композитный материал изготовлен из графитовых нитей, пропитанных эпоксидной смолой. Самолеты, изготовленные из композитных легких конструкций, экономят топливо. Композитные конструкции сокращают количество деталей, что снижает затраты на производство. НАСА в настоящее время тестирует вторичные конструкции самолетов на коммерческих авиакомпаниях. Ученые из исследовательского центра Льюиса НАСА разработали энергоэффективный двигатель, который обещает экономию топлива от 15 до 20%. Двигатель обещает не только энергоэффективность авиационной промышленности, но и снижение шума и загрязнения воздуха. Авиационная техника возвращается к пропеллерам. Исследователи тестируют пропеллерный вентилятор с помощью лазеров в аэродинамической трубе. Пропеллерный вентилятор, который обещает важный шаг в развитии двигателей коммерческих самолетов, позволит самолету двигаться со скоростью реактивного лайнера. Он обеспечивает на 30-35% меньший расход топлива, чем современные двигатели. По мере того, как цены на топливо стремительно растут и нависает угроза истощения ресурсов, ученые НАСА продолжают проектировать экономичные самолеты, чтобы помочь нашим будущим потребностям. Эти тестовые снимки демонстрируют, как воздушный поток над кабиной грузовика создает ветровое сопротивление, что в конечном итоге стоит денег в виде отработанного топлива. Некоторые грузовики теперь оснащены аэродинамически спроектированным щитом. Щит отклоняет ветер над задней частью прицепа, давая дальнобойщику более экономичную установку. Еще одна конструкция – горбообразная модификация прицепа для увеличения обтекаемости грузовика. Обе конструкции представляют собой технологии, полученные в результате аэронавтических исследований НАСА, а затем примененные в сфере грузоперевозок, чтобы помочь снизить расход топлива. И это хорошая десятка 4 для многих дальнобойщиков. Ученые из лаборатории реактивного движения и исследовательского центра Льюиса НАСА работают над разработкой электромобиля, который был бы экономически привлекательным и целесообразным для массового производства. Частные фирмы также работают над разработкой и тестированием электромобилей для маркетинга. Например, стандартный автомобиль, который был преобразован с двигателя внутреннего сгорания на полностью электрический двигатель, работающий от батарей. Ученые также работают над гибридным автомобилем, который работает либо от двигателя внутреннего сгорания, либо от электродвигателя с батарейным приводом, либо и от того, и от другого. Электромобиль отражает исследование НАСА как ключ к открытию альтернативного источника энергии при разработке экономичных технологий в автомобильном транспорте.
приводя в действие старты для полетов на Луну Аполлон-Сатурн, гигантские двигатели F-1 потребляли жидкое топливо с невероятной скоростью 760 литров в минуту. Тот же тип топливного турбонасоса, который использовался для отправки астронавтов на Луну, является новым применением на Земле в морском транспорте. Двигательная установка этих лодок на подводных крыльях является прямым производным от одного из топливных турбонасосов Saturn V. Принцип остается прежним. Вода зачерпывается во входное отверстие под лодкой и направляется через водоструйный насос. Когда вода прокачивается через сопло, огромное давление обеспечивает отрыв лодки и тягу. Самый амбициозный проект НАСА на сегодняшний день проложит новые пути для аэрокосмических исследований и транспортных технологий. Преимущество космического шаттла в многократном использовании отражает невероятную экономию топлива и производственных затрат. Космический шаттл обеспечит экономические преимущества в области топливной экономичности, доставляя спутники на орбиту и перевозя космические зонды для запуска по межпланетным траекториям. Техники могут ремонтировать орбитальные спутники или извлекать неисправные спутники и доставлять их обратно на Землю для ремонта. Футуристический план состоит в том, чтобы построить орбитальную платформу, стационарную относительно Земли, для размещения различных полезных нагрузок, которые сейчас содержатся в отдельных спутниках. Это уменьшит загруженность спутников на нашей земной орбите. Будущее преимущество технологии транспортировки космических шаттлов позволит производителям обрабатывать материалы в полном вакууме. Это транспортная система, которая может окупиться сама по себе. В очередной раз НАСА запустило это поколение в новую эру транспортных технологий в космических путешествиях. Благодаря главной цели НАСА — выйти в открытый космос, чтобы получить новые знания об окружающих нас мирах. Мы узнаем больше о себе и можем улучшить качество нашей жизни здесь, на Земле.